очень красивая конструкция, очень замечательная. Положите на стол. Чуть-чуть, не надо кричать, дайте условия. Ребята, в отличие от вас, у вас книжки есть. Не у всех, кто смотрит в интернете, есть книжка. Положите на стол три спички, хотя, конечно, да, лучше книжку иметь, чтобы головки не касались стола. Ставить спички шалашиком, пользоваться стенами, мебелью и тому подобное запрещено. Нельзя использовать и край стола, свесив с него головки спичек. Дайте секунду, пожалуйста. Господа, действительно, вот такая картинка запрещена. Вот взять и свесить с... Можно это показать? Стол. Взять, свесить головки с стола – категорически запрещенная ситуация. Шалаш. То есть вот так вот поставить, склеить спички, вот так вот, тоже нельзя. Казалось бы, это решение поставить в виде шалаша, но это запрещено. Нужно, чтобы спички лежали, но при этом головка не касалась бы стола. Пожалуйста. Можно я покажу сразу? Конечно. Думаю, что нужно положить их треугольником. И, даже каждую... в этой задаче, пожалуйста, привыкайте пореже употреблять слово «нужно». Говорите скромно. Я положу их треугольником. Если честно, действительно, другого решения у этой задачи нет. Но просто вы так привыкаете к этому «нужно, нужно, нужно». А на самом деле... В очень многих задачах есть разные способы решения. В этой задаче, да, действительно, вот такое замечательное решение. Давайте я покажу его на доске. В чем идея? Что лежит одна спичка, вот у нее головка, а другая спичка подложена так, ну вот я не знаю, как это показать, наверное, так, да? И теперь еще одна спичка. Как она подложена? Вот, наверное, так, да? Так, и здесь вот это лежало. Ну, я, разумеется, не буду вам всякие тени-полутени рисовать. Но смысл такой. Очень хорошо.